Цель реконструкции, значит, улучшить качество поставляемых ресурсов отопления и горячего снабжения. Во время проведения вот этих масштабных работ были отключения горячего снабжения потребителей. Это было связано с следующим. Первое. Чтобы вывести трубопроводы в ремонт, нам необходимо было слить теплотрассы и установить глушки. На это требовалось время. Плюс построить обводные трубопроводы для временной поставки ресурса горячей воды.